Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором всегда вас ждут свежие новости. И вот она, очередная свежая новость для любителей халявы, а я уверен, что среди танкистов нет ни одного человека, кто не любит получить что-нибудь бесплатно. Хотите себе абсолютно бесплатно вот такого красавца Мэджая, который является очень даже играбельной машиной на своем уровне, обладает хорошими техническими характеристиками и действительно умеет фанить. Он обладает великолепным магазином на 4 снаряда, хорошей скоростью, стрельностью с довольно неплохим уроном. Как забрать данного Мэджая? Все очень просто. Скорее всего, ребят, вы знаете об этой новости, но, возможно, смотрите это видео до того, как зайдете в игру. Так вот, если так оно и есть, то прямо сейчас заходите в игру, потому что там вас ждет абсолютно бесплатная подписка на эту машину. Как ее забрать? Просто заходите в подписку, нажимаете клавишу «Получить», ну и, соответственно, в последующем каждый день заходите в игру и за каждый день получаете вот такие вот малюсенькие подарочки. Хотя я бы не сказал, что они малюсенькие везде. Есть X3, есть X5, есть целых 10 тысяч свободного опыта, 2 камуфляжа, есть 5 бустеров на золото, ну и, соответственно, каждый день отсюда вы будете забирать вот такие части сертификатов, а именно по 10 частей сертификата на Мэджая. Таким образом, за 10 дней вы соберете все 100 частей сертификата и сможете обналичить себе вот эту великолепную машину. Если вдруг чего, я не нашел информации по поводу того, какая компенсация за данную машину предусмотрена, но стоимость данной машины, если ее продавать, а это, ребят, коллекционка, и исчисляется она в золоте, она составляет, друзья мои, 250 золота. Сейчас я вам это покажу, вот, пожалуйста. 250 голды на дороге не валяются, если вдруг Мэджай у вас есть, ну а глядишь, может еще и компенсация будет какая-то побольше, поэтому не торопитесь прям сразу обналичивать сертификат. Посмотрите, на что этот сертификат можно обменять. Вот такая вот новость. Я очень надеюсь, что был вам полезен. Кроме того, друзья, в магазине появился новый танк. Я бы сказал не так. Появились контейнеры на новый танк, который его содержит. Это КПЗ-07RH. Машина очень интересная, довольно прикольная. И СТ-водом многим однозначно зайдет. Обладает очень хорошим орудием. И я уже сделал абсолютно честный обзор в стиле моего канала на данный новый танчик. Вот ссылочка на данное видео, ну и обязательно добавлю эту ссылку в описании к этому видео. Друзья, я очень надеюсь на то, что вы поддержите данное видео лайками, обязательно напишите комментарий, что помогает продвижению контента, ну и обязательно, друзья мои, прямо сейчас подписывайтесь на канал, на котором вы узнаете новости, возможно, иногда даже быстрее, чем они появляются в самой игре. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира, ну и как обычно, обязательно спокойствие и быстро-быстро-быстро все забирать Мэджая. Пока-пока!